дружище. Давненько мы с тобой не виделись, не так ли? Так, я не знаю, с чего начать. Я совершил слишком много ошибок после твоего ухода. Я пытался все исправить, но ничего не вышло. Я подверг наших друзей, наших близких, огромной опасности. И сейчас я, как полный дурак, остался один. Сейчас у меня очень мало времени. Я разговариваю с тобой, потому что только ты можешь помочь мне, помочь всем нам. Ну какой же в этом смысл? Фредберу и его друзьям удалось ужиться в мире. Но всегда найдутся люди, готовые им помешать. И хуже всего то, что Фредбер и понятия не имеет, что ему делать с его аниматронной жизнью. Мне крайне приятно помочь вам в этом необычном деле с аниматрониками. Мы должны уходить сейчас. Если останемся здесь, то долго не протянем. Эй, Фредбер, мне кажется, или Фокси слишком вжился в роль? Не думай об этом. Он прирожденный пират. Найди их. Не упускай ни одной детали. Приведи их сюда живыми. Мы должны знать, что у них на уме. Всем привет! И добро пожаловать в цирк Баба Спица Цирк! Погоди, там же вроде по-другому было. Ты что, блин, забыл? Мы это 100 раз репетировали! Иногда я, конечно, могу совершать ошибки. А ты что, можешь заплакать из-за этого? В этом же нет смысла. Это ужасно. Пасть с вершины горы на самое дно помойки. Тебе это не нравится, Рататуй? Чего? О, да, так и есть. Это имя из известного мультфильма, но... Но... Могу я тебя так называть? Тебе нравится? Да, мне тоже. А ты еще кто такой? Я сам должен решить. Ты можешь называть меня Бэйби. Я потерял все, Фредбер! Все! Никогда, Спрингтрап. Что бы ни произошло, я не позволю им причинить тебе боль. Никому из нас.